А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппи, это новый видеоролик по Brawl Stars, и сегодня я снова решил зайти на аккаунт сестры, она в школе, я сижу дома, мне хорошо. Короче, как всегда, ребят, с вас лайк, подписка, комментарий, колокольчик, что мы сегодня будем делать? Сегодня у нас просто суперский видеоролик, потому что моя сестра не знает, но сегодня мы наблюдаем в магазине такую картину. Я себе не стал донатить на аккаунт вообще на скины последнее время. Все последние скины, которые выходят, они все появляются у моей сестры. Поэтому сегодня мы ей задонатим. Но такого вот вируса 8 бит. И потом в конце мы еще посмотрим вечером ее реакцию. Мне кажется, это очень крутой видеолик. Я знаю, что вам такие нравятся. Мне самому нравится вот так вот удивлять свою сестру, потому что она никогда не ждет, что я ей задоначу. Потому что до этого где-то целый год я вообще не донатил на аккаунт ничего. Она прям только смотрела на мой аккаунт, как он у меня там жестко развивается. Там скинчики появляются, у нее нет. Короче, ребят, с вас 5000 лайкосиков. Ну и, конечно же, сегодня мы донатим не просто так, а все потому, что у этого как бы доната есть спонсор, и это канал Бович. Очень крутой канал, нельзя его назвать начинающим, на нем уже 30 тысяч подписчиков, челик. Не просто как я вот так вот сижу, развлекаю, он еще также очень хорошо играет. В этом сезоне он вообще планирует 30к кубков Бравли набрать. Вы представляете, насколько это сложно? Обязательно подписывайтесь, и также я вам скажу, наверное, да, в конце данного видеоролика, когда будут результаты конкурса. Что вам нужно? Подписаться на меня, на него, написать здесь любой комментарий. Обязательно подпишитесь на него, челик реально очень крутой. Ну что ж, на что же будет конкурс? Я забыл сказать, на вот такой вот 8 бит, на 8 бит, на вот такую вот Биби. Я знаю, что вам она очень нравится, это очень крутой скин. В прошлый раз, когда я покупал его сестре, вы очень хорошо на это реагировали, я понял, что этот скинчик вам реально нравится. Ну что ж, а теперь донатим моей сестре, поиграем сегодня за него, ну и чекнем, как, собственно, моя сестра на него отреагирует. Так, ну у моей сестры уже было 150 гемасиков, поэтому мне осталось добавить не так уж-то и много. Ну и что? Прилетает ей 170 еще. Если хотите еще больше донатов сестрой, то реально подпишитесь на меня, на спонсора. 5000 лайкосиков здесь, и обязательно пишите здесь комментарий, чтобы поучаствовать в конкурсе. Что ж, вирусный 8 бит. Блин, чуваки, я вот себе его точно покупать не буду, потому что он на самом деле дорогой, но вот раз сегодня у нас есть Бович, и сегодня... И это как бы на моей сестре, чтобы, ну... Я знаю, что она очень это любит, и я как бы, когда я такие делаю видеоролики, она не знает, и это самое клевое. Все, покупаем, 300 гемасиков улетают, поехали! Офигенно, черт побери, какой он клевый! Это просто реально один из самых крутых скинчиков в игре. Анимация, ребят, я не могу, я кайфую, какой он четкий. Это просто, ну, 300 гемов дал, он реально стоит. Так, 8 бит, где ты, родненький, вот он. Кстати, моя сестра на нем так-то не просто так, ну, не играет на нем, потому что чекайте, у нее как бы на нем 400 кубков, это для моей сестры так точно очень даже хорошо. Что ж, ну выглядит он реально шикардосно, просто, ребят, ну это реально шикарно, поехали играть, главное еще не спалиться, чтобы она не спалилась. Чтобы я, точнее, не спалился, что я на нем играл, нужно будет еще потом в конце катку за какую-нибудь... Блин, у него такая клевая анимация. Ну, чуваки, ну просто вот, ну, для меня сейчас это реально самый, наверное, ну, чё, блин, ну это реально самый сейчас крутой скин, как по мне, в игре. Так, ну, я еще в конце сыграю одну катку за новую, эту... Бибу, да, потому что, чтобы моя сестра, когда, если зайдет на аккаунт, не спалило меня, что я ей купил новый скин, но прикол в том, что, наверное, для моей сестры уже это будет неудивительно, потому что за последние, ну где, сколько получается, где-то за последний, ну так может быть месяц, я ей точно покупал дофига скинов, и поэтому она, в принципе, я думаю, что ожидает такую рубрику в ближайшее время, но она не знает, что именно на 8 бит я ей буду донатить, потому что, ну я сказал, Варь, типа, он слишком дорогой, я не хочу до него донить, в плюс хай, в принципе, с ним уже, как мне кажется, прошел, но все равно скинчик это, конечно, четенький, да что ж такое, очень-очень четенький скин, но 8 бит какой-то слишком медленный мне показался. Давайте мы пойдем не в шоудаун, а в какой-нибудь другой режим. Чуваки, ну просто это эти анимации, я с них так жестко кайфую, но вот почему-то мне почему-то казалось, что 8 бит он намного быстрее ходит, но нет. Так, давайте, куда бы мы могли бы пойти? Пошлите мы. Так, в силовую гонку мы не можем. А, блин, мы даже никуда не можем. Давайте попробуем в вот этот, в горячая зона. Это еще один из таких же ненапряжных режимов по типу шоудаун, в который мне нравится играть. Плюс он тиммейтовский, то есть с командой, да?
Мне потому что не нравятся режимы по типу... Ну, вот, я уже говорил когда-то в одном из видеороликов, что мой самый нелюбимый режим — это захват кристаллов. Это просто. Ну, еще... Окей. Последнее время осада мне более-менее, потому что, ну, она стала не такой нудной, поэтому из режимов мне сейчас, наверное, да, не нравится только захват кристаллов, в принципе, остальные, да что ж меня так все жестко выносят. Так, ну и такое ощущение, как будто другой 8 бит быстрее меня ходит, но на самом деле нет, такого быть просто не может, просто у меня так, мне так кажется, так. Да откуда тут вылезла эта Шелли, никого замочить не могу. Да, все-таки 8 бит под этот режим не подходит. Мне просто нравится наслаждаться самим скинчиком. Ну, вот, ну не скажите, что это... Скажите, что это реально топовый скинчик. Так. Ну, я думаю, что все со мной согласятся, что это топовый скинчик. Я, кстати, знаете, что... Если кто шарит, кто прям реально погружен жестко в Brawl Stars, и все же знают, что у нас есть в России теперь эти официальные ютуберы, да? То есть Aurum, Holdik и MMA. Я, кстати, пытался на... у них, сидел там, у ММА вообще там был в 12 часов ночи или что-то такое стрим, я прям старался, надеялся, что мне эти скинчики выловят, я участвую у них в конкурсе, но, к сожалению, не выиграл, но это, в принципе, было понятно, потому что реально много людей участвовало, все хотели заполучить вот эти скины данные, так, а что ж у меня все такие нубы, то есть я-то понятно, почему нуб, но почему у меня тиммейты нубики такие? Так, хорошо, продолжаем дальше. Ну, мы слились. Окей, идем дальше в шоудаун. В шоудауне у нас намного лучше получалось. Ну, в принципе, ребят, в принципе, сейчас мы еще отыгрываем вот эту каточку. Я играю за Бибу. Одну игру, пофигу, мы ее выигрываем, не выигрываем. Главное, чтобы если в лобби моя сестра зашла, она не увидела этого 8 бита. Я думаю, что она его точно не увидит, потому что, ну, она в школе, знаете, вот я в школе могу себе позволить, типа, играть там и, блин, и по секрету, и на уроке, там, не знаю, зайти во ВКонтакте, что-нибудь почекать, да? Но вот моя сестра, она не такая, она так не делает, поэтому сейчас мы идем за Бибу, она точно не узнает, что мы заходили играть. Так, давайте мы ее также боксик откроем. А прикиньте, мы сейчас боксик откроем, еще что-нибудь дропнется, ну-ка. Нет, ничего не дропнулось. А вот было прикольно, что помимо, если помимо еще того, что у нее теперь топовый скинчик на аккаунте, которого у меня даже нету, у нее вообще и новый скин на Бибе. А у нее и новый Мистер Пи, которого у меня нету, и новый человек. И я вообще все последние месяцы только ей доню. Ну как все последние, только, наверное, последних два. Январь-февраль получается, да? Но, в принципе, она это заслужила. Так, раз, два. Слушайте, но все равно, почему-то Биа... Ой, Биа. Путаюсь, Биби. Мне все равно больше нравится скин, чем на 8 битах, хоть он и дешевле. Ну, я имею в виду, знаете что? Скинчик-то более-менее, да, лучше проработан, как мне кажется, для 8 бит. Но сам персонаж... мне нравится вот этот. Наверное, поэтому я так и сужу. Типа, скинчик, наверное, будет покруче тот. Но перс этот круче, поэтому, мне кажется, как-то это сглаживается. Оп, у меня... Ну-ка, отлично, хорошо. Ну, слушайте. Хотя я, может быть, сейчас сам с собой поспорю, что скин вот этот... Да, блин, тут очень крутая ульта. Вот, понимаете, здесь очень крутая ульта, а там просто сам по себе весь скин в целом сделан круто. То есть, как будто ты играешь не за 8 бита, а абсолютно за другого персонажа. Так, давайте-ка сюда берем, оп, берем эту хрень. Ну что ж, сейчас мы делаем первое место и уже переходим к тому, чтобы посмотреть на реакцию моей сестры. Я надеюсь, что... Так, что? Я сейчас вспомню, что у нее сегодня. Сегодня вторник, когда я записываю. Так, меня убили. Ей сегодня после школы нужно пойти, короче, на занятия там по танцам, да? Но мы ее выловим, да, что у нее там будет время. Мы как раз-таки и запишем вот этот маленький фрагмент с ее реакцией. Все, по хлопочку, сейчас смотрим ее реакцию, и она уже сейчас будет в кадре. Раз, два, три, поехали. Уже играла? Нет. А, играла. В смысле? Их было больше! Варя, это второй пранк. Варя, только сейчас чуваки увидела. Короче, я уже записал начало видеоролика. На самом деле, это не прям такое жесткое, что-то я тебе купил, да? Но все равно довольно крутой и самый дорогой скин, который у тебя был на аккаунте. Угадай, какой. Ты помнишь, что там было? Нет. Короче, заходим в магазин, вспоминай, что у тебя было и что у тебя пропало из магазина. Как ты думаешь, что это был за скинчик? Это, по-моему, был 8 бит. Да, ты угадала сразу же. Ну-ка, где он? Вот у тебя теперь есть 8 бит. Че, ты рада? Да. Ну, короче, реакция, конечно, на что мы делали недавно?
на мистера Пи, да? Реакция, да, конечно, была намного лучше, но потому что это новый персонаж. Но согласись, крутой скинчик у тебя. Ну, да. Он был довольно дорогой. Ну и, короче, давай, одну каточку сыграем, заценим, как ты за него играешь. В принципе, все. Так, я тебе сейчас вот, оп, сделаю. Ну, короче, ребят, вроде бы видеоролик довольно неплохой получился, надеюсь, он вам понравился. Я вообще Варе сейчас сказал, когда мы пошли записывать, что мы сейчас будем снимать рубрику про донат, но она, к сожалению или к счастью, не увидела и не спалила, что это был пранк, но ладно. Так, и по поводу конкурса. Результаты конкурса будут в субботу. Обязательно, чтобы его не пропустить, жмите на колокольчик, ну и все, в принципе. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Ну, чё, Варь, как тебе скинчик в игре? Прикольно. Ты видишь, у него прикольная анимация, когда он ходит? Да. Ну короче, ладно, ребят, спасибо за просмотр, всем пока. Ждите конкурса, подписывайтесь на Бовича и на меня. Всем пока еще раз. Всем пока.